Привет! Сегодня команда Керхер здесь, на Moscow Raceway. Мы выступаем техническим партнером российской дрифт-серии. После длительного карантина это первое по-настоящему крупное мероприятие в Москве, где Керхер выступил во всей красе. Расскажи, пожалуйста, про данный автомобиль. Это Nissan Silvia S15 с мотором от Nissan GT-R R35 VR38. Машина имеет мощность 1000 плюс лошадиных сил. Что имеет значение в дрифте? Самое основное? Самое основное, я считаю, что это пилот, а уже второстепенно это машина. Итак, российская дрифт-серия завершилась, никто грязным с трассы не уехал, ну а мы ждем вас на следующем мероприятии Керхер. Счастливо!